Для меня лепка – это часть жизни, без которой я себя не мыслю. Я не могу не лепить. Процесс важнее результата даже, пожалуй, что. Хотя, конечно, результат видеть нужно и приятно. Меня больше всего вдохновляет сам процесс. Это очень интересно с точки зрения, вот тебе принесли эскиз, и ты думаешь, как это выполнить. Задача, ее сложность и то, что в итоге получается это сделать, хотя поначалу могло казаться, что это невозможно сделать. Это вот действительно очень сильно вдохновляет и мотивирует работать больше. Когда все оцифровано, я особенно ценю, что я могу создать что-то своими руками и вложить в это душу, вложить в это индивидуальность. Я думаю, это очень важно. Творческий коллектив, большое количество выполненных работ по всему миру позволяет понять, что мы движемся в правильном направлении, делая наших клиентов заметнее.